Напомним, как развивалась ситуация. В середине декабря на набережной Брянска появилась масса кряк. Основное число уток было сосредоточено на огороженном пятачке, обозначенном на Яндекс.Картах как пристань или рядом с ним. Пришедшие на набережную люди подкармливают их. 28 декабря началось подтопление пристани и прилегающего к ней берега. Большая часть уток на воде, похоже, там кормится. Утки, вроде, чувствуют себя неплохо. Первого января. Пристань и прилегающий берег полностью затопило. Утки в основном плавают, на берегу их мало. На затопленной части берега для них должно быть много корма. Третьего января. Ударившие в новогоднюю ночь морозы уже в значительной степени сковали прибрежную зону Десны. Большая часть кряк на воде кормится, меньшая на берегу, отдыхает и греется, съежившись и распушив оперение. 5 января. Кряк все так же много, большая часть в воде. По-видимому, там есть какой-то корм. Хотя далеко от берега корма должно быть меньше. Довольно много уток на пятачке пристани, там их кормят пришедшие люди. Одни люди приходят, другие уходят. В это время здесь постоянно кто-то есть. Когда мы были здесь в 12 часов, то никого не было. Люди приходят в основном с 14 до 16 часов. В другое время их мало. Как будет в будни с 9 января, пока не ясно, но, несомненно, кормящих будет меньше, так что уткам придется трудно. Если у кого есть знакомые в Брянске, свяжитесь с ними и попросите подкормить. Вообще-то такая ситуация не только в Брянске. Если в вашем городе есть пока не замерзшая река или другой водоем, то поинтересуйтесь, что там происходит, и если есть утки, то подкормите их. Пишите в комментариях, как у вас обстоят дела. А если есть мысли, как облегчить их положение, тем более пишите. Этот молодой человек не очень удачно кормит уток. Это пример, как не стоит кормить. При таком способе это кормление голубей, а не уток. Вот как лучше их кормить, не ходить, а стоять на месте и бросать корм понемногу в гущу уток. Мы будем и дальше наблюдать за развитием событий. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.
начинать.